Выходные – прекрасный повод провести время ярко. Мы подготовили для вас афишу интересных мероприятий, чтобы разнообразить досуг. Театралы, радуйтесь! Березняковский драматический театр в эти выходные порадует новой премьерой. Спектакль для семейного просмотра «Фуня». 20 февраля можно будет посмотреть уже полюбившийся спектакль «Женщины из прошлого», а также провести вечер в компании артиста Ильи Третьяка. Драматический театр «Бенефис» приглашает жителей на спектакли 18-го театрального сезона. 19 февраля можно посетить сказку «Дюймовочка» и истории для самых маленьких «Сказка-раскраска». 20 февраля сказку «Принцесса на горошине» и музыкальную сказку «Поющий поросенок». Билеты можно приобрести в кассе дворца. Живая музыка трогает сердца многих. В баре «Дядя Ваня» уже завтра состоится концерт вокалистки Марии Давыдовой. Традиционно уютная и дружеская атмосфера и, конечно же, вкусная кухня. Стол можно забронировать по телефону, указанному на экране, или в социальных сетях бара. Многие девушки получают заветное предложение руки и сердца в День всех влюбленных. Если вы стали невестой или же планируете в ближайшее время выйти замуж, тогда запланируйте в субботу поход на свадебную ярмарку. В программе «Секреты подготовки», мастер-класс по танцу, репетиция церемонии, показ свадебных платьев, фотосессия и фуршет. Можно прийти с женихом или подругой. Пускай подготовка к свадьбе превратится в праздник. 19 февраля в 16:00 в ресторане «Камин». За подробной информацией можно обратиться к организатору Инне Коробейниковой. Интересные выставки ждут вас и в музеях. В Березняковском историко-художественном музее имени Коновалова уже работает фотовыставка «Объективно о городе». Посвящена она 90-летию нашего города. В экспозицию вошли работы как профессионалов, так и фотографов-любителей. В снимках вы узнаете любимые улочки города. На экскурсии приглашают группы до 10 человек. В Усолье-Строгановское приехала выставка живописи из Марьино во Францию. Это передвижной выставочный проект петербургского коллекционера и мецената, директора музея «Петербургский художник» и автора проекта восстановления исторической усадьбы Строгановых-Голицыных Марьино Галины Степановой. На выставке вы увидите работы современных художников, выпускников Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина, работающих в реалистической традиции. Экспозиция включает около 40 картин. Насладиться удивительной выставкой можно в Усолье по адресу Спасская, 36, с 10 до 5 часов. Продолжают работу и выставки «Зимние забавы» и «Солеварение». Кстати, в пятницу в музее Брагина и палатах Строгановых действует акция «Бесплатное посещение музея в пятницу». А если вы планируете прокатиться на лыжах, планируйте время заранее. В субботу лыжная трасса будет закрыта до 2 дня, а в воскресенье до часу. А вот каток открыт весь день. Проводите время с пользой! Афишу на предстоящие выходные подготовила Ксения Калугина.